Очень тяжелая волевая победа, было непросто. Есть несколько факторов, и поле такое непривычное для нас, мяч все-таки здесь тяжело ходит, трава высокая, поэтому здесь такой тяжело быстрый футбол сыграть, в какой мы планировали играть позиционной атаки. Много было потерь невынужденных, где-то торопились, спешили, пропустили в первом тайме легкий гол на контратаке, не перестроились. В принципе, больше моментов, по-моему, у Факела в первом тайме и не было. Во втором тайме надо отдать должное сопернику. Факел добавил, движение добавил. Команда, есть много перспективных, интересных ребят. Я думаю, многим командам с этой командой будет непросто. Поэтому такая игра во втором тайме могла качнуться в обе стороны. Но где-то нам в конце удача улыбнулась. Наверное, мы все-таки ближе будем к победе. Вы, как и Факел, молодежная команда, дебютируете во втором дивизионе в профессиональном футболе. Какие задачи на первый сезон перед вами поставлены? Ну, быть как можно выше, каких-то задач, понятно, в силу известных наших пока на сегодняшний день возможностей мы не ставим. Как можно выше и радовать смоленских болельщиков, показывать хорошую игру. Поэтому конкретных задач мы не ставим. Спасибо большое.